И всем привет, с вами Олушка, и сегодня мы продолжаем играть в игру Dishonored. Остановились на том, как нас подставили и засадили вот в эту решетку. Как вы помните, убили императрицу, а также похитили Эмили, которую нам как раз таки предстоит спасти сегодня. Ну, даже не сегодня, а во всей игре. На протяжении всей игры нам придется ее спасти, а может быть даже и не спасти. Может быть, она умрет. Никто не знает, потому что спойлеры — это плохо. Убьем эту охрану, точнее, возьмем и просто задушим ее. О, я могу у него своровать кошелек. Отлично. Люблю душить. Ой, как я люблю душить. Ой, как люблю душить. Дело в том, что я не хочу их убивать полностью. Когда их душишь, они просто берут и засыпают. А когда их протыкаешь мечом, они, конечно же, умирают. То есть, если мы их будем душить, то они как бы не повлияют на исход плохой концовки. А если мы будем протыкать, то, конечно же, все это повлияет. Поэтому я буду пистолетик брать. О, смотрите, у нас в начале игры уже и пистолетик. Это очень хорошо. Забираемся наверх. Здесь у нас, по-моему, должны быть еще патроны. Да, вот они. Еще целебный эликсир. Банка соленой миноги. Но мы ее, конечно же, сейчас не будем кушать, потому что у меня все жизни полные. Ой, я все-таки покушал, извините. Монетки подбираем и идем дальше. Вот в эту дверь нам... Ключики, ключики, ключики. Чувак, как мне тебя жаль. Ты меня не увидела, я у тебя взял и сворвал ключики. Как же это круто. Обожаю так... Боже мой, боже мой. Я чуть не запалился. Выход с прогулочной дорожки. Умри! Душим, душим, душим. Обожаю душить. И иди вон туда. Все, вали. Здесь я могу пойти и спрыгнуть. Ничего мне не нанесется. И куда мне надо идти? Вон в ту дверь, я так понял, да? Да, все, вот в эту дверь нам надо идти. В допросную комнату. Оу, стульчик так стульчик, неплохой. Интересно, что делали с помощью этого крюка? Ой-ой-ой, не надо мне шуметь. Сейчас еще созову какую-нибудь охрану. А, все, вспомнил, что нам надо делать. В общем, нам надо взять вот эту вот часовую бомбу и заложить ее у стены, чтобы выбраться на волю. Оу, какой красивый. Да, картина, я имею в виду, красивая. А, ладно, теперь идем уже к коридору. Там нам придется заложить эту взрывчатку. Оу, ё-моё, я чуть не спалился, вы представляете, да? Мне уже на протяжении второй части этого видео очень хорошо везет. Там у него ключ, у него ключ, у него ключ. Нифига себе! О-о-о-о, меня чуть не спалили, меня чуть не спалили, бежим. Бежим отсюда. О, клянусь глазами чужого. Что там клянусь глазами чужого? Я ничего не понял, что ты сказал. Черт. Меня очень жестко палят. Я не хочу их убивать. Они такие няхи. Прям няхи-няхи прям. Все. Не увидишь, не увидишь. Лично не увидел. Слепой. Я могу сказать, что ты слепой. Пока тот не обернулся, я могу вот этого задушить, если не ошибаюсь. Да-да, ты пока там попинай, кры. О, черт, ты ничего не видел? Ой-о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 й! Шел вон. Просто умри. И ты умри, пожалуйста. Ну, ё-моё, вы мне запороли хорошую концовку, вы понимаете это? Все из-за одного человека. Пошла вон, крыса. Не нравишься ты мне. Очень не нравишься. Не. Запорол хорошую концовку. Ну, конечно, это не так особо важно. Но все-таки. Так, спойди, там должен быть человек, который прямо сейчас будет идти сюда. Нет? А, нет. Ё-моё, меня чуть не увидели. Душим. Лично. Идем дальше. Там должен быть какой-нибудь человек. Кстати, я могу залезть, по-моему, под стол, да? Да-да-да, залезаем под стол, все, меня здесь никто не увидит. О-о-о. Давайте пошумим немножко. Иди сюда, иди сюда.
Иди сюда. Ты не пойдешь сюда? Ой, он идет сюда. Есть! Супер! Обожаю вас душить! Как мне нравится вас душить! Кстати, с вас тут надо собрать некоторые деньжатки, пули, банка. Очень хорошо. Покушаем маленько. Еще баночка. Жизни надо все время восстанавливать, потому что если их не восстанавливать, то все будет печально. Исход будет печальным. Пули возьмем. А, и вот сейчас нам надо будет заложить как раз-таки взрывчатку. Но когда мы ее заложим, будет полный пипец. Я даже не знаю, справлюсь ли я тут без пуль. Ну, пули, конечно же, у меня есть. Но мало ли. Чувак! Чувак! Меня никто не видит. О, я что-то потерял. Чувак, извини, но я у тебя своровал кошелек, да? Я у тебя, подумаешь, кошелек своровал, ты... И это все? О, я что-то потерял, посмотрел и дальше стоит. Чувак, да ты должен паниковать, ты потерял кошелек. Ладно, все, душим его. Зажмите F, конечно же, мы зажимаем F и несем его вот сюда. Ой, меня спалили, кажется. Сейчас придется использовать тактику лололоши. О, черт! Умри, умри! Нет, не поднимай тревогу, не ори! Никто ничего не видел? Да, никто ничего не видел. Фух, слава богу, он не заорал. Слава тебе, Господи, что он не заорал. Фух, как же это хорошо. Вот здесь мы, кстати, закроем эту дверь, потому что если мы ее не закроем, то будет печальный исход. И закладываем бомбу. Отлично. Сейчас произойдет бум, очень-очень жесткий бум. Меня даже отсюда, по-моему, заденет. Нет, меня задело, но все-таки не нанесло ни единого урона. Бежим! Прыжок веры! Бежим, 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 бежим. Не попадете, не попадете. В кого они стреляют? Вы в кого стреляете? А, так они меня даже не заметили? Да ладно. Они настолько были отвлечены на рыбу, что они меня даже не заметили. Да, здесь есть в водоемах рыба, которая может кусаться и очень больно. Но нам повезло, и мы с ней пока что не столкнулись. Все, заходим в катакомбы. Ой, теперь можно потягушки сделать и нажать любую кнопку, да, кнопку. Катакомбы, заходим, крыс убиваем, ненавижу крыс. Кстати, прямо сейчас я вам покажу, что будет, если столкнуться с огромной стаей крыс. Это ужасно, это просто ужасно. Я даже сейчас не хочу вам это показывать, но это придется все-таки рассмотреть, потому что если ты это не посмотришь, то ты не пройдешь дальше. Все, уходим отсюда, не хочу я на это смотреть. Там было столько крыс, столько крыс. Кстати, по-моему, сейчас здесь еще они будут. Да? Хоть бы нет, 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 они здесь есть. Окей, бежим, 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 бежим. Некоторые... так там труп. Ну, это очень хорошо. Как я мог забыть про этот труп? Получается, они на него заагрились, а на меня нет. Но если они бы съели этот труп, то они, конечно же, побежали за мной. Так, все, иди отсюда. Крутим винтель. И идем к спрятанным вещам. Так, что-то я уже не помню, что за спрятанные вещи там находятся. Но, надеюсь, я по дороге как-нибудь да вспомню. Здесь у нас должен быть хотя бы один эликсир. Нет, у нас здесь просто как бы кушанье, кушанье, кушанье. Но эликсира нет. Нет? Окей, все, я иду дальше. О, нет! Трупики, трупики, падают трупики. Смотрите, как много крыс. В общем, что нам сейчас надо сделать? Быстренько заходим сюда. Кидаем трупы. Надо это все делать очень быстро, потому что если крысы быстро съедят трупы, то нам не сдобровать. Кидаем трупики. Крысы, конечно же, на все это агрятся. Все, молодцы. И мы быстро крутим винтель. Очень быстро берем и крутим винтель.
Тем самым мы не подвергаем себя опасности, перепрыгиваем через это бревнышко, через которое не могут перепрыгнуть крысы, и идем кушаем жареные крысятины. Да, все. О, тут даже кошелек был. Неплохо. 20 монет — это всегда неплохо. О, стоп. А, стоп. Что-то я уже забыл, что тут надо делать. А, да-да-да-да-да-да-да. Все, вспомнил. Сейчас нам надо залезть вот по этой веревочке. Ну, как это, даже не веревочка, по цепи. И мы найдем ловушку. Ловушка жесткая. Если мы на нее наткнемся, то нам нанесется довольно большое количество повреждений. Поэтому, оп, и нет ловушки. Это очень хорошо. Стоп. Это я вижу эликсир. А, это простая крыса на вертеле. О, кстати, мы прошли к спрятанным вещам. Давайте прочитаем записку. Приветствуем вас, Корво, вернее, лорд-защитник. Именно этого титула вы по ошибке были лишены. Ты прав. Мы верные слуги империи и настоящие императрицы. Группа лоялистов, которым не терпится увидеться с вами. Возьмите это оружие, сделанное специально для вас, из лучших материалов, которые только можно найти на островах. Наш человек Самуэль ждет вас там, где туннели выходят к реке Ренхевен. Поспешите, желаем удачи. Помните, у нас общая цель. И здесь мы видим арбалет. У нас появляется арбалет, вот это да. А также у нас появляется какой-то ключик. И новая сабля. О, круто. Круто, круто, круто. Обожаю. Да, у нас появился ключик от какой-то двери. Дверь мы, конечно же, сейчас откроем. Лично. И мы убираем у трупов деньги. Да, они им ни к чему. Еще одна ловушка. Черт, я ж только что разбил... я только что взял и разбил бутылку, которую не следовало бы разбивать. А, вот тут еще одна есть. Все, ловушка, пошла вон. Все, теперь вроде как ничто меня не тронет. Джелли, на случай, если ты пропил все мозги и ничего не помнишь, обратись за ответом к виски. Виски, дошло? Если хочешь получить свою долю, сделай все в лучшем виде. Если нет, я навещу тебя через месяц. Сейф. На сейфе есть ключ. Ключ мы должны узнать у виски. А виски находится здесь. И здесь у нас написан, собственно, ключик. 4-5-1. Я это все уже, конечно же, знал. 4-5-1. И у нас открывается сейф. Здесь у нас лежит целебный эликсир Соколова, который нам, конечно же, понадобится. И футляр для драгоценности семьи Морей. Вау, монетка 50, неплохо. 50 монеток — это все время хорошо. И... А, это мы можем закрыть дверь. Мне уж показалось, там что-то еще лежит. А, все, идем дальше. Забираемся наверх. Идем к Самуэлю. Умри! Никто ничего не... А, он меня все-таки заметил. Ой-ой-ой-ой, у меня кидается камешками. Шел вон. Ладно, мы на него спрыгнем. О, да, обожаю спрыгивать. Сержант городской стражи. Ты уже не сержант. Да. И мертвец. А, стоп, мне же нельзя никого убивать. Я же хочу хорошую концовку. Совсем забыл, народ, совсем забыл. Там есть человек. Мы спрыгиваем. И душим его. Все очень просто. Потом мы его подбираем. И скидываем в воду. Прощай, чувак. Черт, черт, ты ничего не слышал? Мы тут съедим немного крысятины твоей. Все, умри. Их тут, по-моему, только два стражника. Это очень хорошо, потому что если бы меня сейчас заметил третий, то он бы поднял тревогу. Тревога уменьшает шанс хорошей концовки. И в итоге все очень плохо. Да, очень плохо. Мы почти добежали до Самуэля, который находится в 60 метрах от нас. Уже в 50. Воу, электрички. Электрички — это очень хорошо. Внимание, граждане Денуэла, убийца Корова, на совести которого смерть нашей доброй императрицы и исчезновение леди Эмили. Что-то там. Здравствуй, Самуэль! Самуэль Вася! Звать меня Самуэль. Я служу добрым людям, которые очень хотят с вами увидеться. Ладно, я тут не буду уже читать диалоги. Ладно, старик, поехали. Сбежать из тюрьмы. Убито врагов 9.
Убито простых жителей 0. Было сигналов тревоги 0. Есть! Есть, есть, есть! У-ху! Было сигналов тревоги 0. Это очень хорошо, народ. Найдено ваших жертв 2. То есть от 9 мы отнимаем 2. И получается, я убил 7, которые, можно сказать, были, ну, невиновные, что ли. Хотя как это сказать? Хаос в мире, текущий уровень, высокий. Окей. Это немного плоховато, но на этом мы, наверное, закончим. Нажимаем любую клавишу мыши. И на этом мы действительно закончим. Если вы опять же хотите продолжение по этой игре, то пишите в комментариях «Я хочу продолжение!» с восклицательным знаком, а можно целых 3 штуки. И ставьте лайк, конечно же. И если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, позвать друзей. А с вами была Ложка. Всем удачи, всем пока!